Трудовая биография каждого из приглашенных на торжественные мероприятия людей связана с Михайловским ГОКом десятками лет работы. Их трудовой вклад в развитие в комбинате является примером для современного поколения. Сегодня, в декаду пожилого человека, хотелось бы, естественно, сказать вам огромное спасибо за ваш самоотверженный труд. Потому что благодаря вам вырос такой замечательный комбинат. И нам, молодому поколению, только приходится его поддерживать и стараться дальше развивать. Благодаря вам вырос наш город Железногорск. Очень красивый, очень современный. И как молодое поколение, естественно, мы будем стараться, чтобы он был и оставался таким же зеленым, красочным и привлекательным. Как хорошо, что есть такой праздник, который позволяет нам, вашим детям, еще раз сказать вам о том, как мы вас любим, как мы вас уважаем, ценим. И уважаем и ценим и любим не только за ваш труд, который вы отдали развитию нашего комбината и города, но и просто за то, что вы у нас есть. Более 70 пенсионеров в этот праздничный день получили материальную поддержку и максимум внимания. Очень важно окружить особой заботой старшее поколение в благодарность за их труд в годы становления города и строительства комбината. Я работал, начиная с фабрики комкования, с 76 года. В 80 году я был переведен главным инженером дробильной фабрики. Но впоследствии он стал доком, дробильно-обогатительным комплексом. И так я работал там до 92 года. Ну, а потом перешел в подрядную организацию. На комбинате я 73 года. Приехала я с Украины, с Кривого Рога, сразу на обогатительную фабрику на строительство, ну, когда строилась фабрика. А с 76 года я уже в управлении комбината работала, в отделе механика. Потом у нас реорганизации произошли, я в отделе снабжения. Уходила на пенсию тоже с отдела снабжения. Сегодня ветеранская организация комбината насчитывает более 7 тысяч человек. Михайловский ГОК своих бывших работников не забывает. Предприятие производит ежемесячные денежные выплаты, помогает в решении вопросов бытовых и медицинских, предоставляет санаторные путевки. И это не разовая, а системная работа. Декада пожилого человека – еще одна возможность сказать добрые слова в адрес старшего поколения. С праздником! Здоровья вам, уважаемые ветераны! Оптимизма, исполнения всех ваших желаний, любви и уважения ваших близких. С праздником, удачи вам, хорошего настроения на долгие годы. Живите дружно и долго. Торжественная встреча прошла по-семейному тепло, а концерт, подготовленный артистами Дворца культуры, создал атмосферу праздника и подарил ветеранам массу положительных эмоций.